Не, ну, ля. Фу. Противная штука. Тома. Я прячусь. Я буду смотреть. Ну как? Зачем я это купил? Ну все. Заставка есть, теперь можно и поздороваться. Всем привет, друзья. Всем привет, друзья. Сегодня у нас будет обзор всяких вкусняшек, которые я привез с Польши. Тут есть и... А я буду есть жвачку там клубничную. Да, там есть интересная клубничная жвачка с начинкой. Да, чупа-чупса. С начинкой. Супа-чупс. Есть манго в чили. Есть консервированный джекфрут. Кстати, и вот для него нам понадобится кит-каты. Тарелочка и вилочки. Это со кит-каты. И даже разные микс кит-катов, шарики и кит-ката. И даже еще жвачка. И еще жвачка какая-то. И еще какие-то желейки, которые красят язык. Короче, прям сумасшествие какое-то. Сегодня у нас на обзоре. Но пока мы не начали, хочу обсудить прошлый видос. Смотрите, много комментариев о том, что рубрика неинтересна. Зачем записывать на доллар? Это все пилотный выпуск. Я подбираю рубрики, которые будут интересны вам. И я заметил, что вот весь день ем, например, вам нравится больше, чем эконом обеды или эконом завтраки. И также вы писали, что, ну, многие писали, покажи лучше набор продуктов, которые там обычно ты покупаешь, и для своей семьи, и сколько это выходит денег в разных магазинах. Так вот, предлагаю рубрику сделать весь день ем, например, в магазине Ашан. Я пойду, закуплюсь туда на семью из трех человек на весь день, то есть будет завтрак, обед и ужин. И посмотрим, понравится вам такой выпуск, не понравится. Буду готовить, будут рецепты. Обычный набор продуктов, ничего особенного, ничего мудреного. Просто вот как обычно мы питаемся, да? Да. То есть посмотрим что-то вкусненькое, что-то интересное. Может, будем обозревать там и параллельно еще и готовить. То есть рубрика «Весь день будем ем». Будем проверять, что внутри тут и тут. А сейчас, да, мы будем проверять, что внутри тут и тут. Так что, если вам нравится и вы хотите увидеть рубрику «Весь день ем», пишите в комментариях «Весь день ем» и какой супермаркет. Если хотите эконом-обеды там за доллар 3, 5 и 10, ну, это уже не эконом, но неважно, то на предыдущем видео поставьте 3000 лайков. Там осталось немножко. Все, погнали пробовать. Да. Ну, давай, хочешь начать с жвачки? Давай, открывай, показываем. Друзьям, тут, кстати, есть такая ужасная, самая мега супер трупер дупер кислая какая-то конфета, что там прям ядерная она. Вот, какие-то пакеты маленькие. Да, смотрите, интересные такие маленькие упаковочки. Упаковка. Розовая. Это чупа-чуп с клубникой. Супер жуйка, польская. А посмотри, тут белая. Белая начинка, сверху... Розовая начинка. Это конфета. Она сладкая. Слушай, вкусная? Ага. Да? Или это жуйка все-таки? Пока непонятно. Это, наверное, жуйка. Но она мягкая для жвачки. Угу. Мне кажется, что это жевательная конфета. Угу. Я уже проглотил ее. А ты? Ну, ты жуй, жуй. Надо раскусить. Да, жуй, не глотай. Вот такая вот прикольная, прям не ядреный, знаете, такой приторный вкус, сладкий, приятный, клубничный, жевательная конфета. А что же с этим? Это у нас невероятный вкус, супер жуйка, скорее всего, это типа фантой. Попробуем. Все есть, проглотил. Проглотил? Но это конфета попробую. Все-таки была, не жевалка? Я попробую, это конфета. Ну, давай пополам, потому что у нас много еще сладостей впереди. Ага. Ой, ё-моё. Вот это жесткое, да? Ага, это твёрже. И... Это вкусно. Немного кисленькое, да? Да. Такое апельсиновое. Апельсиновое. Она апельсиновая. Это клубничная, вкусней. Да, намного вкуснее клубничная. Апельсиновая, она такая, как кисленькая такой. Да, так себе. Цитрусовый вот это, вкус. Вот это так себе. Так себе. А клубничная топ, да? Но мне немного сладенькая. Она больше кисленькая. Угу. Угу. И сладенькая, я поглотил тост. Поехали, Дэйса. А вот это я не буду есть, потому что мне будет кисленько. Я думаю, что они не кисленькие, надо попробовать. Ну, я не буду. Что, мне придется пробовать, у меня будет и зеленый, и синий язык. Давай ты зеленый попробуешь, а я попробую да синий. Да нет, ты будешь давать. Ну, кусочек. Да нет. Ну, маленький. Ну, нет, это будет кисло, а то это кислые конфеты.
Смотри, как пахнут сладенько, а не кисло. Сладенько пахнет. Не буду. Ну как тебе? Они сладкие. Будешь? Нет, не буду, спасибо. Они не кислые. Ну ладно, немного бобовую. Маленький кусочек. Бобовую. Кусай маленький кусочек. Ну не настолько маленький. Ну. Получилось. Ломай нам. Язык зеленый? А у тебя синий. А ну да, я попробую эту синюю. И ты покажи. Покажи. Ну сейчас. Теперь чуть-чуть. Ну, показывай полностью. Показывай. Ого. Нет, полностью, если вытащи. Вот так? Да нет, просто открой вот и вытащи. Я еще не прожевал. А у тебя? Тоже покрасился. Прикольные, сладенькие, не кислые конфеты. Красителя тут явно очень много, потому что тут даже и написано, что это пейнтер, то есть краситель. Поэтому думайте сами. Да, пищевой сами, краситель. Пищевой краситель. Думайте сами, решайте сами, покупать или не покупать. Пишите в комментариях. А покупать. Ой, это давай, наверное, напоследок оставим. Поехали дальше. Поехали дальше. Какие, смотри, вот это или вот это? Вот это. Не, это в конце будем пробовать. Теперь давай какой-то киткат. Ух ты, смотри, тут сколько видов китката. Раз, два, три, четыре, пять видов китката. Я такое, честно говоря, ни разу не видел. Тут 14 штучек. Только классный киткат. Классический только любишь? Да, только классный. А тут есть классический, соленая карамель, белый шоколад, ореховая паста и лесной орех. Да. Прикольно. Да? Засыпай. Ой. Слушайте, смотрите, классные, прикольные. Я такого не видел. Да, они большие. Посмотри, вот а такой тут вот лесной орех. Классненький. Ну вот, классический, как ты любишь. О, запахло ореховой пастой. Вот ореховая паста, соленая карамель. Это ломальная. Нормальная. И белый шоколад. А я, знаешь, хочу? Я хочу попробовать соленую карамель. Но нам придется все попробовать. Да. Надо же рассказать ребятам, вкусно это или не вкусно. Это вкусное. Ну, это обычный. Да. Отличается от того, что ты ел до этого? Да. Или такой же? Ну, такой же. Такой же, да? То есть и в Польше такой же киткат, как и везде, по сути. Шоколад вкусный. Это шоколад вкусный. Ну, вкуса соленой карамели вообще нет. Попробуешь соленую карамель? Нет, спасибо. О, кстати, вот во второй половинке почувствовал. Соленая карамель такая прям солоноватая чуть-чуть, оттенок такой небольшой. А у меня сладенький. Сладенький? Классический? Да. Белый шоколад вот такой вот. Просто белый шоколад. Кто любит белый шоколад, очень это даже прикольно. Это такой. Да. А вот это вот с ореховой пастой. Вкусно с ореховой пастой. Прям для тех, кто любит ореховую пасту, пойдет. Интересно. Ну и в принципе, взять такой набор себе, попробовать разные вкусы, чтобы не покупать целые большие плитки, если не уверен, понравится ли она тебе или нет. Ореховую попробуешь? Нет. С кусочками орешков. Вот это вкусное прям, с орехами, обалденно, люблю с орехами. А мне лобится с шоколадом. Да, классический. Это поставим в сторонку. Вот такой вкусный киткат и такой с орехами. Вот этот вообще мой, пусть будет у меня. Пап, пап, посмотри, целая куча двоя, а вот это моя. Ничего себе ты поделил. Да столько мне надо съесть, я же буду жирный. Да нет, это мое, а вот это двое. Маме что оставим? Ну как что сейчас? Давай ореховые, вот. И белый шоколад давай, вот. Да. Она не ухнула. Следующую упаковку. Это что у нас? Тоже киткат, только уже шарики. С лесным орехом и какао. Пробовал такие? Ну нет, я ел только косарики, киткат, но только без орех, ясно, и без какао. Ты не любишь орехи, только шоколад должен быть? Ну да. Вот такие вот шарики. Да не то с вафелькой. Пап, я сейчас буду вот так.
Не, это ж не игрушка, это еда. Едой играться нельзя. Вот. Давай пробовать. Не, все мне не надо. Я одну попробую, ты будешь пробовать? Я попробую только маленький кусочек. Ну попробуй. Вот такой вот шарик с вафелькой и орешками. Так себе мне. Нет? Нет. Мне не нравится. И вот это. Почему не нравится? Потому что это просто орех такой. Ну потому что тебе не нравится с орехом? Угу. А так вкусно? А вот это вкусное. Ну я понял. Ну давайте дальше. Ну что, поехали дальше? Ну поехали, давай, открывай. Что у нас это? Это где такие... тот замок, ё-моё. Это такие конфеты с тремя вкусами, кокос, с вафелькой и с карамелью. Помочь? Ну да. Смотри, ого, красивые, такие разноцветные. Ой, да? Много, не смогу досчитать. Смотрите, вот такие вот с кокосом, с карамелью и вот это вот с вафелькой. Давай пробовать, не будешь? Да я люблю только вот это. Ну все, я понял, что это твой фаворит прям. Я люблю то с обойстой киткат. Сильно приторная, прям очень сильно сладкая. А я без губы, это у меня, то я поел киткаты. Губы чумазанные, я обрисую. Хорошо, чумазанные. Кокосом прикольные? Да, с кокосом прикольные. Попробуй. Так себе. Ты же сказал прикольное. Не, ну на вкус как самые дешевые конфетки. Все, ну попробуй. Давайте уже с карамелькой попробуем последнюю. Ну что, поехали дальше. Ну сейчас я попробую уже с карамелькой. Карамелька и орешек тут. Короче, эти конфеты и вообще вот не понравились. Вкусный. Невкусные прям. Да, мне не вкусно. Мне нравится только вот это. Ну все уже поняли, давай я еще дальше отложу, чтобы ты о ней не вспоминал. Ну я буду вспоминать. Потому что она моя самая любимая, да? Да. Итак, прям вот теперь стоит выбор. Острый манго, супер кислая конфета. Это канцелуса, да? Да, или джекфрут. Ну давай вот это, давай с кислых конфет. Может, их в конце попробуем? Да нет, все, открываем. Уже конец, ты имеешь в виду, и мы открываем. Ну, давайте попробуем тогда вот этот кислючую упаковку. А я не буду. А ты чумазанный. Угу. А я не буду это есть. Это очень кислые конфеты, они будут кисло. Да, это очень кислые конфеты, и они, я думаю, что для маленьких деток не подойдут вообще. Пап, давай я открою и посмотрю, какой череп. Смотрите, здесь есть вишневый неон. Да, это мой вкус, но я все равно не буду есть. Тут особенный вкус поставлю. Кровавый апельсин. Это будет якоекция. Адский арбуз. Что это будет якоекция. Хорошо. Это не будем есть. Слайм апельсин. Ой, яблоко и вот этот якоекция. Хорошо, вот это и арбузик туда, да? Это вот для коллекции будет. Для коллекции, хорошо, договорились. Давай тогда тебе в коллекцию отложим. Угу. А я буду сейчас страдать, походу. Ну, давайте попробуем ядерный, да. Точнее... И я пощупаю эту конфетку маленькую, да, в виде скетчика. Адский... Маленького, смесного. Адский арбуз. Адский арбуз. О, не, лучше не щупай, потому что она в порошке. О, в кислотном. Вот скетчик. Вот пробовать? Да. Но только оно поест. Ну как тебе? Не было смешно, потому что тебе кисло. Ну. Пап, давай тебе нос насопить. Иди на кухню, попей воды. Уже нормально. Ну, ладно. Остальные я пробовать точно не хочу. Да. Это тоже в коллекцию. Это твою коллекцию. Хорошо. А мало мою? Не, это кошмар. Да нет, маленькая моя коллекция. Маленькая твоя коллекция, большая моя. Да. Да. Давай попробуем джекфрут. Очень большие двое. А это не будут тосы. Это похоже на китайский фаус из Китая. Ну, так я надеюсь, у него запаха не будет, но ничего. Ну, и как?
Это похоже. Но это на что похоже? Чего, он не воняет? Там я немного воняю. Да нет. Ты куда пошел? Да он нет, он пахнет. Не буду нюхать. Давай выливать. Дай мне выливать. Давай вместе. Да, какая-то вода. Это вода вонючка. Вода вонючка. А, я понюхала, мне было плохо пахнет. Да? Да. Все, прям гадость? Да, гадость. Ну, тебе все равно нужно бабу обмывать. Ну, спасибо. Эту гадость. Садись. Да, реально, запах так себе. Да, так себе. Вот так вот он выглядит. Прям вообще капец. Дай мне обратно коллекцию, мою маленькую. Даже не знаю, с чего начать. Ну, чего? Вот этого. Точно мне это надо пробовать? Артём? Точно. А тебе будет вкусно? Я не уверен в этом. А я тоже не уверен в этом. Ну, как тебе? Ломайно? Ну, я не знаю, на вкус как какая-то губка. Да. Не. Попробуй. Не буду. У меня будет... Это мне будет невкусно. На вкус как трава какая-то. Да. Какая-то... Вообще он не сладкий, не соленый, ничего. Он просто как трава. Да, просто как трава. А тут лава наверху. Фу, не. Да, пап. Противный. Трава наверху. Да, я не знаю, для чего это. Может, его надо где-то готовить, что-то делать с ним. Ну, готовить нужно. Ну, это прям вообще невкусно. Да, ну, если ты приготовишь, то тебе будет вкусно. Ну да, если сделать с каким-то соусом, я не знаю. Что-то такое. С кетчупом. Не, ну, ля. Фу. Противная штука. А мне смешно. Уходи, вонючка. Теперь острый манго. Только я буду смотреть видео там, где ты ешь. А, ты будешь в качестве оператора? Я не вижу. Что ж там выключено? Ну, так снимается. Да. Зачем я это купил? Ну, папа, не переживай. Да. Так как похоже на сушеного таракана. Угу. Сынного. Блин, оно прям все в этом вот. Да это полоски острова. Я буду убегать, а то будет огонь. Прям огонь вот идти? А? Ну давайте попробуем уже, ё-моё, шо мы. Я прячусь. Я буду смотреть. Ну как тебе? Как тебе, пап? Ну, тебе чего не остро? Ну, ломайно. Подходит. Ну, я думаю, что будет огонь во рту. Угу. Не. Хоть бы мало огня. Короче, это... У тебя немного огня. Такие цукаты с манго. И... В обсыпке с чили перцем и сахаром. То есть, как бы есть такой небольшой баланс. Я думаю, в Таиланде это очень популярно прям. Ну, неплохо. Ну, неплохо. Да, неплохо. Такая штучка, то есть сладкая с острым. Есть такое, немного она балансирует между прям адской остротой и сладостью. Да, и полоском острым. Да, но с чили перцем. Да, чили ну, как-то перцем. Так. Я второй раз такое не купил. Я думаю, что я это доедать не буду. Оставлю тоже в коллекцию. Пусть себе лежит. Да, у тебя есть. А у меня будет немного коллекции. Ну все, давай попрощаемся-то. Оставляй сюда. Оставляй. Пока. Всем.
Пока-пока. До новых встреч. До новых встреч. Ставьте лайки, пишите ваше мнение в комментариях. Ждите следующего ролика. Скоро все будет. А будет еще интересней. Да, Артем? Да. Всем пока. Всем пока.